Смотрите, это у нас норовой паук. Он из паутины делает норки. Это что, прятаться от хищника? Он так быстро бежит. Он бежит от света. Норовые пауки так делают, чтобы к ним никто не пролетал. Они закрывают свою дырочку, чтобы к ним какой-то другой паук не залез. Восемь лапок бежевых, таких вот красивых. У него, как я разглядываю, у него 6 глазок. Такие вот у нас богомольчики. То есть паучки такие вот. Красотки, паучки. Паук красавец и паучки. И самки, они красавицы. Они делают паутину, если к ним кто-то приближается, значит, они убегают. Пауки, они питаются всякими там насекомыми, кроме красного цвета. Красный цвет им означает, что их нельзя есть. Все пауки едят свою добычу, которая на паутине, только зимой. Пока зрите, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Всего доброго, зрите!